Первый в области ветеринарный пункт открылся в селе Пеньково Кызылжарского района. Построили его за счет областного бюджета. Потратили на это 1,5 миллиона тенге. Денис Сивков расскажет, где еще появятся такие лечебницы для животных. Сегодня в селе Пеньково открывают ветеринарный пункт. В Северном Казахстане это первая такая станция. Здесь будут оказывать медпомощь животным из всего Рощинского сельского округа. Это три села – Пеньково, Березовка и Белое. Этот пункт уникальный. Здесь мы ежедневно сможем принимать животных с болезнями. Это коровы, свиньи, овцы и другие. В основном, конечно, будем проводить вакцинацию. Кстати, животных в Рощинском сельском округе немало. Это 775 голов КРС, 508 свиней, 687 овец, 150 лошадей. Оборудование в ветпункте современное. Позволит быстро провести вакцинацию или дезинфекцию. Работают здесь два специалиста. На обустройство этого ветеринарного пункта потратили 1,5 миллиона тенге. Средства выделили из областного бюджета по поручению главы региона. Данный пункт предназначен для, значит, ветеринарного специалиста ветеринарного пункта, для приема животных, ведения базы данных и других работ. Думаю, что данная мера нам позволит в дальнейшем, значит, обеспечить ветеринарное благополучие области. В Северном Казахстане появится еще 4 таких же ветеринарных пункта – в Есильском, Мамлютском, Акаинском и районе Макжана-Жумабаева. Всего на эти цели из областного бюджета выделили 7,5 миллионов тенге. Денис Сивков, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.